Смотрите, то есть идет угроза, и движение такое, короче, вот мы стоим, либо в упор это держишь, либо на такой дистанции, вот все, вот угрожай. То есть все, давай, конечно. Да давай деньги. Да нет, какой деньги. Преступник убивает. Давай деньги. Это, скажем так, мы берем случай наш с вами, да? Нас берут в плен. Нас берут в плен. Значит, что мы нужно делать? Мы начинаем сразу поднимать ручку. Да, все. Понял, все. Теперь смотрите, вот этот момент, он для него ясен и понятен. Да, я поднимаю руку. Почему мы сейчас будем говорить, там некоторые скажут, что я встану вот на такое расстояние, так далее, потом, а это может случиться в окопе, в блиндаже, это может случиться вот здесь, вот в коридоре, если столкнулся конкретно друг с другом, да, и за тобой дверь закрылась, или ты стоишь там в прихожке, где... Ну, одежда, шкафы и так далее, мебель, где действительно негде разгуляться. А он уверен, потому что что, нажал на спуск и все. Любое движение нажал на спуск. Ну, казалось бы, ерунда, ну что. Дальше смотрите. О! А? Все. Что-то вы как раз делали, вы показывали, что-то решили. Вот. Сначала начинаем с того, что мы делаем, чтобы нас не застрелили. То есть мы начинаем поднимать руки. Шаг в сторону, одновременно, видите, что мы делаем? Шаг в сторону, дальше. Видите, где выстрел произошел, да? И так как у него магазин еще там достаточно, мы делаем вот так. Вот из этого положения, вот мы в таком положении. Руки вот так сделаются. И все, передвижаем. Теперь, что делает эта рука? Эта рука вот отсюда, от рукоятки. Вот такое действие. Первое вы видели, что такое, то есть идет перезарядка. Одной рукой идет перезарядка, вот это выражение. Одной идет перезарядка, второй идет как раз вот это вот остриевье магазина. Может магазин выброситься, может захватиться и работать им как кассет. Если мы это произошло, например, действие такое, я это сделал, да, я сюда еще хуже швырнул в него. То есть это опять мы выиграли время, чтобы что-то взять автомат, подобрать у него. Магазин вытащить уже там, да? Или, например, в этом же положении, пока он стоит так, мы бросили магазин, достали пистолет у него. То есть, да, мы как профессионал должны увидеть, уже все отметить, где у него что есть. Где у него что есть и чем можно воспользоваться. Мало того, то у него может быть в разгрузке. Вот. То есть мы это все сделали, да, там, бум-бум, видим, где мысли. Видим, у него в разгрузке торчит нож, здесь, да, то же самое, мы это все сделали. Бам-бам, ударили нож, взяли, пошли дальше. Бам-бам, и пошли дальше. То есть вот эти вещи мы должны как бы, вот, уже как бы визуально определять, оценивать и потом использовать. Возвращайся к этому действию еще раз. Еще раз говорю. Все. То есть вы стоите, человек с предохранительным снят. Хороший снят с предохранительным. Все. Мы начинаем движение. Первый раз, ушли. Бам. Все. Ударили. Бам. Все. Пошли работать. Дальше мы еще дальше смотрим, у кого что взять. Мы уже должны видеть, у кого что взять. Синхронизация. Первое. Делим на движение. Раз. Хотя делить это нельзя, но мы разделим его. Раз. Это одновременно делается. Выстрел в сторону. Дальше. Подход к нему и это синхронная работа двух рук. Синхронная работа двух рук. И все это на шагах, посмотрите. Раз. Дальше. Все идет до конца. До конца. Здесь до конца, здесь до конца. Значит, лучше всего не брать его так. Потому что будем потом его нажимать пальцем, и он не будет получаться. У нас не сразу получится. Хотя, если не сразу получится, мы чувствуем, не сразу получается, у нас идет использование его как рычага, и уже воздействуем этим магазином на него и его валим. Но это как бы песня уже из другого. Николаевич, ты даже тебя не выходил в магазин, ты перезарядил. Да. Нет, ты перезарядил, у него тыкание, он уже стрелять не может. Главное, его перезарядил, если произошло все это тыкание, дальше вот эти вещи, да, хоп, на здесь.
То есть мы вот, вот, вот к этому автомату уже, видишь? Да, я смотрю, он уже немножко по-другому зависит. Ну, сама штука. Неудобно мне, да? Ну, ничего, не важно. Просто здесь, сейчас мы будем работать, то есть надо по спусковой скобле ввести, чтобы было вот так. То есть не пальцами, а по спусковой скобле. Все, попробуем. Пойдем, девушка.